Давайте мы постараемся сделать так, чтобы у нас не было Третьей мировой войны. Вы готовы в этом нам помочь? Да! Молодцы! Сегодня Площадь Славы похожа на художественный музей. В экспозиции 50 портретов красивых и сильных женщин. Все они жены военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции. Проект был создан силами женского совета 2-й гвардейской общевойсковой краснознаменной армии. Мы открыли выставку 2 сентября, и она произвела невероятный фурор. И сегодня мы пригласили сюда школьников для того, чтобы показать на собственном опыте значимость семейных ценностей. Что такое, когда тебя ждут дома, как это важно. На площади плечом к плечу стоят юноармейцы и ученики 10 классов Самарской гимназии. Каждый крепко держит в руке бумажный конверт. Внутри лежит письмо солдату. Чистое, откровенное и трогательное. Но самым главным участником акции стал герой Великой Отечественной Сергей Алехин. С 1941 года он пережил немало. Прошел Сталинградскую битву. На его груди медали за заслуги перед Отечеством. Вспоминая тяжелые годы, ветеран отмечает, какой ценой тогда далась победа. И желает нынешнему поколению никогда не узнать, что такое война. А молодежь? Она должна воспитываться в духе той преданности, которую внушали нам наши отцы и деды, чтобы наша Родина всегда была чистой, свободной. Акция завершилась церемонией возложения цветов к вечному огню у горельефа скорбящей матери Родине в память о тех, кто стоял на защите страны и отдал жизнь за мирное небо над головой. Александра Гусева, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.